Я Светлана Изамбаева, мне 37 лет, и из них 16 лет я живу с ВИЧ-инфекцией. И сейчас я хотела бы с вами поделиться историей успеха преодоления страха начала приема своих лекарств. Когда я забеременела, мне мой врач сказал, что теперь для того, чтобы твой ребенок родился здоровым, важно начать принимать специальное лечение. Ранее мне уже назначали эти лекарства, но я их откладывала в дальний ящик, потому что мне было страшно, так как я понимала, что эти препараты на всю жизнь, и кроме этого в интернете достаточно много информации о том, что много жутких побочных реакций. И настал тот момент, когда нужно было задуматься не о себе, а о здоровье своего малыша. В 16-й неделе беременности я начала принимать свои лекарства. Это было непросто. 8 больших таблеток утром, 8 больших таблеток вечером, которые еще вызывали жуткую анемию. При этом нужно было начать принимать еще железосодержащие препараты и витамины для беременных, весь этот комплекс таблеток. И кроме этого, во время беременности была тошнота, и если тебя стошнило, то нужно было выпить еще новую партию. Для чего? Для того, чтобы твой ребенок родился здоровым. Со всем этим я справилась, и я родила совершенно счастливую, крепкую, здоровую девочку. Но лекарства свои я не бросила. Я их продолжаю пить вот уже 12 лет. И выявила для себя несколько важных правил жизни. Во-первых, лекарства вымывают кальций из твоего организма. Во-вторых, лекарства отрицательно влияют на работу печени, поджелудочной железы и почек. Поэтому необходимо каждый день, утром и вечером, принимать каждый день, пить по 3 литра чистой питьевой воды. И это я начала соблюдать. Каждый день гулять по лесу, наслаждаться и дышать свежим воздухом. Делать утреннюю зарядку, принимать еду, здоровую, полноценную, правильную пищу. Кроме этого, здоровый, полноценный, правильный сон, вовремя ложиться и вовремя вставать. И обязательно весь комплекс макро- и микроэлементов, особенно кальций, препараты витамины D, цинк и селен. И очень важно на эти лекарства смотреть как на витамины и думать о своей будущей здоровой, крепкой, счастливой жизни, которая уже сейчас у вас есть. Я родила 2 здоровых малышей. И у меня счастливая крепкая семья, и я задумываюсь о 3-м ребенке.